Мой соперник это Виталий Бернацкий, гроссмейстер. И здесь c3. Сразу так играет. Наверное, лондонку сейчас будет расставлять. Ну, а я вариант c5. В свою очередь. И потом ферзь идет на b6. На ферзь b3 уже g6. Теперь, наверное, c4. Или не торопиться даже с этим. Слон g7 пока. Ну, а теперь можно попробовать c4. Захватить побольше пространства. Хотел я сыграть слон f5, но он отошел на a3. Вот таким образом играет. Так, если e6, тут b3 уже пойдет. Подрыв. Попробую вырубить слона. Своим конем. И сделал это. Так, а теперь? Наверное, слон g4 уже. Забрал разок. И e6. Рокироваться не дает, поэтому нужно отойти слоном. Теперь переключу его на d6. Так, могу убить, наверное, e5 здесь просто. Взял разок и ушел на e7. Короля, наверное, на g7 нужно перевести. И потом на пешку c3 начинать давление. В принципе, черные поля ослаблены, но у него нет чернопольника, так что это не страшно в данный момент. Потом, наверное, ладья с f на c8. Так, ну здесь просто защищу. И ладья d8 еще могу выбить. Так, стоит ли выгонять ферзя или пока a6? Наверное, a6. Теперь выгнал ферзя и на c3. Давление. b5 получаю. b5 получил, отхожу на f8 ладью, то есть отдаю пешку а, но зато на c3 теперь давление. Какая-то контр-игра, грожу выиграть слона e2 просто, поэтому теперь, наверное, на c3 я все-таки заберу. Так, соперник очень легко отдает слона своего, заберет на e7. Так, наверное, сохраню. На h4 все-таки пойду, к пешке f2 прикреплюсь. Думаю, пешка c3 от меня никуда не денется. И теперь взял. И хочу еще на d4 убить. Так, у него появляется ответ на ферзь d4, слон e6, но там... Слон f2 я хотел пойти, но теперь понимаю, что не могу. Он просто берет. Ну, какая-то динамика там должна быть. Не знаю вообще, что здесь происходит на доске. Так, все равно хочется убить. Теперь ладья b8. Залезть на b2 и уже проблемы. С пешкой f2 у соперника. Так, убью на e5. Наверное, после ладья h4 я играю ферзь e6, если с лишней пешкой здесь остаюсь. Большего я ничего тут достичь не могу в этой позиции. И теперь h5. Времени мало. Пешку, наверное, он отыгрывает здесь. Ну и получается какая-то ничья просто. Уверен, что он сейчас не согласится.
кто окажется быстрее и точнее в этой позиции, уже идет игра. Она абсолютно ничейная, но ошибиться тут может любой. Вот я уже допустил какую-то слабость по седьмой горизонтали. Не знаю, скажется она тут или нет. Но соперник в итоге решает разменяться. Хочет мне мат поставить, просто не даю. Так, размены. И f5 теперь. Может даже выиграть удастся здесь. Близко к победе, кстати. Король f4. Забрал. Так, нет. Наверное, не успеваю ничего, но... Так, и по времени тоже не успеваю выиграть. Просто идет повторение. У нас ничья.